Мирнинским пенсионерам помогают волонтеры. Добровольцы ухаживают за одинокими и пожилыми людьми, навещают ветеранов и людей преклонного возраста, безвозмездно помогают им по хозяйству, привести в порядок огород, принести продукты, лекарства, прибраться дома. С современными тимуровцами встретилась коллега Августа Степанова. Это же история. Труженицы тыла бабе Лене 90 лет. Живет одна в маленькой комнате в общежитии. Вот и приходится ей делать все самой. И хотя, говорит пенсионерка, она полна сил и энергии, но все же помощь не помешает. Мы возрождаем движение, назвали его «Тимуровцы», вот, в котором мы помогаем одиноким пенсионерам, вот, убираемся. Свою деятельность тимуровцы не называют работой. Это помощь тем, кто сам справиться не может. Принести продукты, лекарства, прибраться дома. Задачи по плечу. Хочется делать добро, потому что сейчас тяжелое время. Люди остаются одни. Их мало кто поддерживает, помогает. А иногда человеку нужно просто, чтобы с ним кто-то поговорил. Работают добровольцы с удовольствием. За помощь ничего не требуют взамен. Уверены, что так надо. Ощущение того, что могу помочь – главный их мотив. Мы хотим, чтобы желающие к нам пришли, и также хотелось бы тоже, может, где-нибудь тоже пенсионеры, может, кому-то помощь нужна, это в хозяйстве, огород скоро тоже будет, чтобы позвонили просто нам, мы пришли, поможем. С начала акции у ребят это уже третий поход к пенсионеру. В планах тимуровцев помочь всем ветеранам, проживающим в Мирном. Августа Степанова, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».